Короче, трое на трое. Ремикс. Для бесславных ублюдков. Это наши трое, которые нас трое. И если ты на трон настроен, мы тебя расстроим. Каждый второй убитый, но не горе. Каждый четвертый здесь почему-то и безнадежно болен. Это наши трое, которые нас трое. И если ты на трон настроен, мы тебя расстроим. Каждый второй убитый, но не горе. Каждый четвертый здесь почему-то и безнадежно болен. Это наши трое, тебя расстроим. Это наши трое. Это наши трое. Да, каждый второй убитый, но не болен. Спасибо, Саня. Минус. Всем привет. Супер. Подписывайтесь на канал Бесславные Ублюдки. И не забывайте ставить лайки. Да, ставьте лайки. Это наши трое. Туры нас трое. Если ты на трон настроен, подожди. Тебя... Нахуй ты так быстро, блядь. Короче, трое на трое. Ремикс. Это наши трое, которые нас трое. Если ты на трон настроен, мы тебя расстроим. Каждый второй убитый, но не горем. Каждый четвертый здесь почему-то и безнадежно болен. Нихуя ты. Ты что, жаба выпрыгнул в болото, блядь? Короче, ребята, не забывайте всякую хуйню, блядь. В натуре, будьте в трезвости, блядь. Трезвая, блядь, это житуха, это кайф. Все. Понятно? Идите трезво, блядь. Все, давайте, удачи. Давай. Так а что тебе дать? За это. Хоть бабок каких-то в натуре, бля. Что зря нахуй здесь, бля, распинался. Бля, гриб заберешь там, стоит. Я тебе сейчас скину по вайберу номер карточки. Гриба? Все, давай. Здоровенько. Всем привет, с вами Бу. С вами снова Бу. Мы сегодня хотим всех наших зрителей и вообще всех людей в мире поздравить. С наступающим, Хэллоуином. Хэллоуином. Да, Хэллоуином. Или Хэллоу. Короче, с этим чудесным праздником. У нас сегодня в гостях, вы сами видите. Дон Помидор, бля. Да. Дон Тыквендон. Да. У нас, в принципе, все супер. Все идет своим чередом. Мы сейчас в поисках хаты. Да, сегодня, короче, ездили по вариантам. Пару вариантов. И вроде бы нашли. Ну, надыбали, короче. Хату, ну чуть-чуть, короче, правду хотел сказать, чуть-чуть не то, что хотелось. Да. Ну, у нас, в принципе, ну, нема вариантов, короче, да. На то нету, что хотелось бы. Да. Ну, короче, вроде ну, бы нашли это сейчас. Это не худший вариант, в принципе. Да, сейчас порешаем за пару дней варианты. Главное, чтобы она завтра еще не съебалась, эта хата. Ну, будем другую искать. Короче, да. Как только найдем, сразу же будем выходить в стримы и будем уже... Лобать, короче, с нового листа начинать. Новая да. Студия, новые персонажи, новые гости, в том числе и такие... И Дон Помидор. Да. Кстати, Дон Помидор, ну, я вот именно обратил внимание, что у нас Хэллоуин сегодня, на сегодняшний день очень нормальным спросом ну, вообще. Да. Раньше мы вообще не знали, что это такое. Да. Да. Для нас это, бля, можно сказать, новый праздник. И он, можно сказать, догоняет наравне с Новым годом уже. Ну, настолько люди готовятся уже к этому празднику. И сегодня мы тоже, мы вливаемся... Вот, кстати, завтра. Да, завтра уже... Завтра, 31-го. Ну, кстати, моего близкого друга с днюхой, с наступающей завтра. И мы вливаемся в социум. И короче, мы хотим соответствовать полностью, то есть праздновать тоже такие праздники, как Хэллоуин. Слушай, это Донья? Не, это Дон Хульгиндон просто, братан, у него... Это понял. Да. Стиляга. Хиппи, у него, короче, хиппа. Стиль такой, блядь. То есть. Да. Не прическа главное, определяет человек. Да. Главное, чтобы он Дон Хульгиндон нормально себя чувствовал. А что мы? Короче, ребята, если вам понравился наш это изобретение, мы, кстати, его, очень быстро только что подготовились к нему. Мы только ну, что буквально за... Да, за 5 минут мы его, короче, слепили. Придумали эту личность, короче. Эта личность выдумана нами. Если вам понравилось, ставьте лайки, то есть не забывайте за лайки. Мы на связи, трезвые, то есть чего и вам желаем, у нас все нормально. То есть вот сейчас хата, как Саня говорит, сейчас с нового листа, персонажи мы вчера там видели, подыскивали там. У нас, кстати, там есть очень возмущенных наркоманов, там появилось там. Есть там интрижка одна, то есть именно ее будем сейчас разбирать именно вот этот вот весь фриц.
хотелось расплетать, больше... заплетать, короче, ну да, все хотим немного, и плюс мы еще начали сотрудничать. Ну не с администрацией сразу, потому что пауза такая начали была, сотрудничать с одним, ну, с людьми уже более опытными в этом деле. Сейчас мы надеемся, что будем выходить уже на новый уровень и во влогах. Ну, конечно. И в принципе, и в стримах то же самое. Хотелось бы уже. Но ну, да. В любом раскладе мы будем показывать так, как мы передвигаемся, так как мы движемся, как растем. И все, что все наши взлеты и падения будете видеть, наблюдать за нами. Мы уже начинаем, кстати, работу над следующим клипом. И сегодня, да, поедем, уже будем начинать. Ой, завтра. Завтра с самого утра и будем заниматься уже. И последующие дни будем заниматься, будем работать над клипами, над нашими. У нас работы куча, непочатый край. Так что. А мы вам показались. Еще раз поздравляем всех с Хэллоуином. Да, всех, да, с наступающим всех Хэллоуин. От чепуховца вам, да, тоже привет. Привет, да, поздравления. Если что, если что, если вы там, кто хотел, чтобы мы пиздили кого-то. О, да, блядь. Вот чепуховец. Чепуха, короче, может, блядь, получать. Блядь, сука, он еще и черт. Смотри, братан, что произошло. Да, да, сука. Чертим. Непорядочный какой-то, сука. Сейчас мы будем разбирать, короче, в процессе за его порядочность, блядь. Да, сейчас я вообще что-то смотрю, блядь. Волосы, блядь, жопа торчит. Сука, вообще, блядь. Именно. Гудок именно выпучил, его, блядь. У него сзади здесь вообще, блядь, он спички торчат. Да. Сука, придется с него Евлеева, сука, блядь, сделать. Все. Ну, ребята, на этом, да, пока стоп, быть добру. Всех обнимаю. Кто крепится, крепитесь, блядь. Трезвая жизнь, блядь, ребята, самая, блядь, классная, вот блядь. Такая. Именно вообще, блядь, тупо бомба. Кайфуешь 24 часа в сутки. Да. Хоть кайфуйте. И сложно, бывает по-всякому, да, бывает, но поверьте, по-разному. Это намного круче и прикольнее, чем, блядь, на колодце и убежать от проблем. Проблемы – это часть нашей жизни. Конечно, они должны быть и всегда преодолевать их достойно, блядь, эти проблемы. И на трезвую, блядь, думайте, обмозговывайте. Все, быть добру. Быть добру с вами Бу. Да. Чепуховца сейчас будем. Ай-яй-яй. Опа, нихуя себе, Серёня, блядь. Что это было? Это, короче, антиугон, блядь, братан. Нормальную тачку, блядь, что заточило? Долбит нормально, сзади. Тачка вообще, блядь, братан. Именно троещинской сборки, блядь. Это именно оригинальная, блядь, вообще оригинальный автомобиль, блядь. Тут даже вот стреляли в меня. Бля, а что она больше? О, нихуя себе. Датчики, все дела, да? Газули. Ты одной ногой газ держи, второй. Там после аудюки вообще попа. Контрасты. Там контраст вообще тупо, блядь, четкий, блядь. Ты что? Я, блядь, счастлив, блядь, пишет. Такое впечатление, что только права получил, блядь. Да? Блядь. А сидушечки охуенные. А ну, очень не обессудь. Так, братан, подожди, тут у меня, короче, опа, проблема чуть. Ну, задняя передача, понял. Ну, главное, не ссы. Да я не ссу, блядь. Охуенная опа. Тачка, блядь. Тихая собачка. И шо, сколько тулит? Братан, все на спинстрелку тупо ложу вообще, блядь. Ложишься? Во дворе даже, не то что... 180? Так, подожди. Надо разобраться, где тут сначала, где тут аварийка. Угу. А где тут аварийка? Ребята, нет. Ребята, кто знает, где аварийка? Это что за модель? 11-я? А я хуй его знаю. Четверка, братан. Это не четверка. А, четверка. Четверка? Ну да. Ну универсал, ты ж хотел универсал. У меня есть 11-я, это с круглыми фарами. Ну, я хотел универсал такой, блядь. Uh-huh. Кстати, это реально моя мечта, блядь, ребят. Сука. Ебать. Да, блядь, отвечаю, сука. Это, братан, это... Давай, давай, работай, жестче, жестче. Подсос, ебаный, подсос. Иди
Максимом, блядь. О, подсоси. Подсоси. Давай. Все, пиздец. Пизда, аккумулятор, что ли? Давай толкай, блядь. Да, нехуй мне делать. Давай толкай, блядь. Вот ты делаешь, вот ты посадил. Давай ногой, блядь, так хуй. Ну, короче, блядь. Ну, что можешь сказать вообще за точило за это? Бля, приятно. Классика. Классика, да? Типа классик, именно классический, блядь, руль. Что тебе мне больше всего нравится? Бля, больше всего мне, блядь, вот именно руль и вообще вот именно сидушка. Посадка. Посадка, да, приятная. Сидишь, бля. Ну, бля, вообще, вот эта коробка передач, вообще, тупо лежа можно ехать, знаешь? Именно не надо вообще, бля, знаешь, напрягаться. Едешь тупо лежа, дальнее расстояние вообще класс, вот дальнобойщик. Удобно, да? Да. Загрузиться, бля, знаешь, там, и вообще чётенько. Нету. Рика. Не-не, это омыватель. Это омыватель? Алло. Беру, короче, я забираю. Сколько денег? Я вообще даже, бля, на, Антон, ключи от моей. Все. Ну его нафиг. Я тебе ее не отдам. Вот это. Мне просто вот понравилась кнопка омывателя вообще. Блина. Класс. Приятно. Ну что, больше всего нравится, расскажи. Короче, вот посадка. Нравится вот подлокотник такой приятный. Прикольно. Вот этот ковролинчик именно, блядь, вообще. Можем прикуриться уже от моей бывшей. Ну, короче, посадочка. Короб, бля, вообще вот именно. Что еще? Вот так вот можно делать. Кулиса, бля, настолько именно вообще, бля, класс, сука, отвечаю. Подорожно. Зеркало. Тупо. Ну, можно на этой машине лежа ездить. Это модель, это 11-я, да? Это двойка. Ой, это двойка. Ну, все. Какой год? 72-й. Отлично. Так. Хороший. 77-й? Да, ребята, двоечка, 77-й год. Очень отличный вариант. Да. Движок. Что за движок? Один, форсированный. Один и сколько там? 1.2, ребята. 1.2 движок. Очень, да, экономичный. Газ подключен, бля. Да. Крышечка, бля, красным, бля, покрашена вообще именно. Фильтра. Да. Фильтр нулевочка, все нормально, да. Стекло бронированное, реально, да, смухи гатили, короче. Стреляли смухи, похуй, да? Вообще похуй. Вообще. А ну металл постучи. Обешумочка, отлично. Отлично. Ресницы ты видел какие-то? Реснички, блядь. Нихуя. Вообще тупо. Это, блядь, скильки, сука, с банки вырезал. Лично вырезал. Лично вырезал. Кнопочка омыватель, вы все видели? Сигнализация. Братан, сзади самое главное. Кожаный салон. Тупо кожа. Кожа, да? Кожа, да, молодого линолеума, да? Смотри, братан. Все как это. Полочка, да? Полочка. Чехлы, да? Смотри, как ключок открывается. Туринг. Комплектация. Туринг, да. Видишь, если кто-то за бензином будет лезть, нахуй, сразу. Слышишь, даже на 16-м этаже. Моментально. 70 какой год? 7-й. 77-й год, ребята. И еще гоняет. Долбит. Долбит нормально. Нормально долбит. Ну, да, все. Долбит нормально. Короче, что ты хочешь сказать? А вон, ты посмотри. Так что, ты купил, да? Подгоняешь, хромированные бампера. Все нормально. Братан, я сразу тупо без базара поменялся. Мах на мах. Поменялся на аудюху, да? Почему? На потому литовочку, что... да? Блин. Я сажусь, ну, сука, отвечаю. Я сразу приплываю. Вот что мне нравится, знаешь, что вот так вот именно можно. Двумя ногами ебать. Да, сразу вот так именно пошел. Вообще, вот это, бля, кулиса или что-то за камеру называется. Отлично. Руль, бля, гидрача. Нету, блядь, гидрача. Нахуй здесь нахуй не нужен. Вообще здесь этот гидрач. Бардачок, что холодильник реально. Постоянно холодно, и посмотри, сколько тут можно продуктов хранить. Mm-hmm. Вместительный. Да. Ну все, понятно. Бля, ну я тебе хочу сказать, Антонио. Что ты хочешь сказать, Антонио? Ты, бля, на высоте, отвечаю, бля. Тебе тупо повезло, реально.